Всем привет! Долго думал, куда отнести это видео, и все-таки решил, это видео, наверное, будет относиться к разборке. То есть, значит, вторая часть разборки, потому как ремонтировать данный пресс мы не будем. То есть, смысла нет. В общем, перед нами пресс от компании КВТ. Также такие же пресса есть у, по-моему, ИЕКа, Штока и тому подобного. В общем, у нас он сломался. Вначале думали, выдавило прокладку. Сейчас разберу, покажу, что, как, почему. Опрессовывали сегодня, делали вот набор, купили дешевый набор матриц. Это чтобы из треугольного, грубо говоря, кабеля сделать круглый. Потому что одни ребята купили треугольный, и под наконечники он не подходит. В общем, вкратце сейчас уже будет все под музыку по-быстрому. В общем, чтобы разобрать его, нужно открыть и свинтить вот эту голову. Далее будет пружинка, из нее вытащить уже там одну фигню. Сейчас увидите, короче. Постепенно покажу, увеличу. Погнали. Итак. Выдавили нашу вот эту пломбу, колбу. В общем, у нас внутри вот такая хрень. При первом разборе у вас здесь будет масло. Опа, на объектив. Красиво. Сейчас попробую стереть. Ну, короче, здесь будет масло. И здесь есть типа резинки. Сейчас попробую очистить объектив и продолжить съемку. Думаю, наверное, не получится, потому что нечем даже оттирать. Доигрались, как говорится. В общем-то, в принципе, оттер не лучшим способом, потому что на карандаше сломалась вот эта вот хрень. В общем, сегодня день у меня не попер. Короче, вот она, колбочка эта. Вот здесь находится масло, то есть его очень много, то есть его сливают и меняют. Например, в том случае, если вот эта вот резинка выдавливается, то есть либо меняется резинка, либо ставится новая. У нас проблема произошла с вот такой вот вкладкой. Она просто вообще лопнула. То есть пока решаем проблему, не знаем, где ее дойти. То есть если найдем, поменяем, либо же придется покупать новый пресс. Вот такие дела. Ну и вот она, система. Эта вот фигнюшка стояла вот здесь вот. То есть вот в этом пространстве, то есть пониже. Здесь ниже резинки стояло вот это вот белое уплотнительное, я не знаю, кольцо или как оно называется. Внутри там тоже есть резинка и кольцо. Ну а собирается это все действие так же просто. Заливается сюда масло, ставится этот поршень, я не знаю, как называется, то есть я не специалист, просто показываю, делюсь своим опытом. Ставится сюда, закрывается. Опа, задвинули, ставится обратно. Пружина, и все это действо обратно по резьбе закручивается. То есть и до конца. То есть сейчас я показывал эту разборку уже после того, как мы его разбирали. То есть все это масляное, грязное. Далее перчатки все в никуда. Ну и вот она, площадка, тоже вся в масле. То есть и постарайтесь все это делать в более чистых условиях, потому что песок и тому подобное, которое попадет в ваш инструмент, ухудшит его свойства. В общем, такой вот рассказ. Кому понравилось, ставим лайк. Спасибо вам за просмотр. Буду стараться и далее радовать вас новыми видео, в которые будем разбирать. Ну и может быть получится, все удастся. Мы заменим на этом прессе масло. Ну и починим его все-таки. Короче, кому понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока.